Поселок Новодрожино. На место аварии на теплотрассе оперативно прибыли городские ремонтные службы, сотрудники администрации, МЧС и представители управляющих компаний. Руководил ходом работ лично временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров. Помимо устранения последствий аварии, главной задачей было не допустить снижения температуры в жилых домах. Сейчас, коллеги, вот на заднем фоне вы видите, откачивают тепловую камеру, на которой мы будем производить ремонтные работы. 300-я труба. Сейчас проведем работы и в течение 6 часов устраним полностью прорыв. Ремонтная бригада трудилась в 20-градусный мороз, что осложняло процесс. Совместными усилиями происходила координация между представителями различных служб и ведомств. Вместе с рабочим находимся здесь, обеспечим горячим питанием. Волонтеров привлекли также для того, чтобы оказать содействие и помощь тем жителям, которые оказались в такой сложной ситуации. Но весь Ленинский городской округ сегодня в оперативном режиме работает. В местной библиотеке был развернут волонтерский штаб. Старшие по домам собирали информацию, кому из жильцов необходима помощь. Особое внимание уделялось пожилым людям и семьям с маленькими детьми. Воду подвезут к дому номер один. Второй момент. Из вашего дома, где вы обходили, поступило обращение по поводу одеяла. Волонтеры ходили по квартирам и разносили обогреватели, пледы и питьевую воду. В подъездах были установлены тепловые пушки. Пока шли ремонтные работы, общими усилиями удалось удержать температуру внутри квартир около 19-20 градусов. Мы сейчас где-то в течение часа запустим систему, начнем ее наполнять теплым теплоносителем. Но пока временно расставили пушки, чтобы подъезды не остыли. К вечеру сварочные работы были завершены и началась постепенная подача теплой воды в дома. Станислав Катаров обошел квартиры, чтобы узнать, все ли в порядке у жителей, и не только для этого. Сегодня же старый Новый год, а мы тут тем более по квартирам ходим, с пустыми руками как-то некрасиво. Поэтому спасибо. С наступающим вас старым Новым годом. Спасибо. Да. До свидания. Спасибо. Спасибо. Дмитрий Книга, Павел Русаков, Гульнара Балаева, Видное ТВ.